магазин Guess. Сейчас зайдем, посмотрим, что здесь интересного. Какие здесь новиночки. $18. Шорты по $45. Сейчас футболочки посмотрим. Вот такая коллекция футболок женских Guess сейчас. Но здесь всегда все красиво, все блестит. Любая футболочка $24. Велюровые костюмы Guess. И вот такие футболочки. Еще 50% скидка на них. Вот эти давно помню футболки Guess с губками. Качество хорошее, здесь без синтетики. Такой катун приятный. Костюмы спортивные, 40% скидка сейчас. Футболочки, платье от Guess. Ну, платье полностью синтетические, но очень приятные. Очень приятные. Очень приятное платье на ощупь. Вот такое охлаждающее будет. И сколько такое платьечко? $54. Лосины, спортивная одежда, топики. Вот такие же бодики. Брючки, хорошая ткань. Очень приятная. Кепки Guess, $29. Любая. Я померила, очень удобные кепки. Такая хорошая посадка. И на бирке стоит не 29, а $26. Футболочки такие. И серая есть такая же. Мужская коллекция футболок. Тоже хороший выбор. В основном все с логотипом Guess. Красная хорошо смотрится. И серая с синим отлично. $24 любая футболка. Мужские есть с цветами, с розочками. Это мужская коллекция. Вот симпатичные. Клеточку. По типу Бёрбери, что ли. Такая расцветка интересная. Да, расцветка как у Бёрбери. Но это Guess футболки. Оригинальные фирменные футболки Guess. Майки. По $19. И снова футболочки. Всех цветов. Брюки, ветровки, теплые кофты на молнии. Но это синтетическая кофта. Снова футболки мужские. Шорты трикотажные. Смотрите, какой хороший выбор здесь у Guess. Мы когда искали, не знали, где шорты посмотреть. Качество здесь тоже очень хорошее. Сколько такие шорты? $49. Если еще со скидками, то будут вообще отличные цены. Качество в Guess тоже очень хорошее. Кофточки $24.
Это футболка. А это ветровки. Вот сумочки. Мужские. Маленькие есть. Маленькие $25, а эти $50. Шорты летние $39. Это футболки. $45. Nike в Пуме народа не протолкнуться. Магазин Asics полупустой. Да нет, он вообще пустой. И скидки 25%. Ну, здесь, конечно, цены высоковатые. Но как-то не очень любят, я смотрю, в Канаде Asics. Хотя кроссовки классные у них, да и вещи хорошие. Хорошего качества, цены чуть высоковаты. Кельвин Кляйн, тоже хорошие футболочки, здесь акция 2 за 55, ну симпатичная, с логотипом Кельвин Кляйн, это детские. Вот такие женские футболки Кельвин Кляйн, ее цена полная $60, но сейчас 40% скидки. Тоже всех цветов. И вот такие вот есть. Солнечные, красивые. Костюмы можно сформировать. 79 брюки и 99 кофта. Много платьев Кельвин Кляйн. Вот джинсы Кельвин Кляйн, $45. Напомню, что мы в Канаде, и здесь доллар канадский. Чуть-чуть есть расхождение с американским долларом. Платье симпатичное, халатиком Кельвин Кляйн. Сколько такое платьишко? $109. Хорошая. Джинсовая. Джинсовые куртки. Сумочки от Валентино. Такая сумочка $579. Она из натуральной кожи. Такая $600. Сумочки бренда Валентино. Здесь натуральная кожа, причем очень хорошего качества кожа. Ну и сумки, конечно же, очень дорогие. Это тоже Валентино. Сумочка. Вот такие кроссовочки от Валентино. $150. Есть шлепанцы. Вот такие вот есть натуральная кожа. А эти $290. Подороже.
тапочки. Дона Каро. Симпатичная. И такие меховые, ну не знаю, удобны ли они будут. Меховые тапочки. Очки в H&M, $12. H&M, здесь все как всегда, все в постельных тонах, все натуральное, все похоже на домашнюю одежду. Шорты $12, брюки, футболки, майки, этого всего море. Платьишко $20. Такие кофточки, топики коротенькие. Здесь в трех валютах. Вот наш $20 канадских и 18 американских. Кофточки. Кофта зеленая. Это все то же самое, что я снимала в Турции, в H&M. Что-то ничего нового я здесь не вижу. Ну, какие-то маечки добавились. А так в основном все то же самое. Футболки, костюмы теплые. Платье симпатичное, летнее, длинным рукавом, но это для жарких стран. Там, где нужно прятаться от солнца, прикрываться. Вот эти сарафанчики. $29. Блузки. Много платьев вот таких. Вот их всегда здесь было много в H&M. Футболочки синтетические. Платья вот эти с натуральной ткани, они очень приятные к телу. Они были синие, зеленые. 24 и канадских долларов, и 24 американских долларов. Шортики, кофта.